Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, вы пишете, узнала об измене мужа, которая была 9 лет назад. Как избавиться от этой мысли? От какой мысли? Постоянно сравниваю себя с прошлой девушкой, наши отношения. Периодически приходят мысли, они мешают жить, как избавиться от этого. А какие мысли-то вам приходят? Вы в данном случае не описали их, то есть в данном случае вы не назвали свои мысли. Смотрите, здесь ситуация, наверное, как бы начинается, ну, вот, чисто вот так вот, если мы говорим, да, ситуация начинается со следующего. То есть вот первое, с чего нужно начать, да, откуда вы узнали вообще про измену своего мужа и почему вы там, условно говоря, ну, доверяете этой информации. То есть почему вы не допускаете там того факта, например, что там, допустим, не знаю, вашего мужа там хотели, допустим, оклеветать, да, ну вот просто вот как бы, ну, как вариант, вот, почему вы не допускаете такую мысль, что вашего мужа хотели просто взять и, ну, условно говоря, что вот, очернить там, допустим, перед вами, да, и как бы и все. То есть это вот, пожалуй, первый момент, на который хочется обратить ваше внимание. Вот. Второе. Я ни в коем случае не говорю о том, что ваш муж поступил хорошо. Я, конечно, понимаю, что это серьезная достаточно ситуация, серьезная достаточно проблема. Вот. Но мой вопрос, который мне бы хотелось вам задать, он звучит, вот, наверное, пожалуй, так. Вот сейчас. Да, вот сейчас. Ваши отношения, что из себя представляет, да, то есть все ли в них хорошо? Хорошо ли все вашей, значит, ну, вашей собственной жизни все ли хорошо? Вот, что вы обращаете внимание сейчас на то, что было 9 лет назад. Вот. То есть я хочу сказать, вот, ну, просто хочу сказать, что, на мой взгляд, ну, достаточно там большой срок, вот, достаточно большой это, много времени прошло, да, как бы. И почему вот вы, условно говоря, вот так обратили на это внимание, именно вот такое пристально? То есть вам на это просто обратить нужно свое внимание. Не в том смысле, что ваш муж поступил правильно. Нет, не в этом ни в коем случае смысле. А в том смысле, да, вот что вы так резко переключили свои, ну, поверили, вот, как бы, ну, поверили той информации, которую узнала, ну, вот, то есть, как бы, ну, не слишком ли быстро вы вот в данном случае, вот, переключила. Вот, это мне очень хотелось бы
в данном случае, чтобы вы постарались понять для себя, чтобы вы постарались разобрать это для себя, ну, просто потому что, на мой взгляд, это достаточно важный момент и достаточно важный элемент, на который вот, ну, нужно обратить внимание, да? Вот. А следующее, на что хочется обратить внимание. Значит, вы узнали об этом, и вас это, очевидно, что травмировало, да, травмировало вас это вот достаточно сильно, да, вот, то есть, ну, вот, по вашему описанию, это совершенно очевидно, что вас это травмировало достаточно сильно, вот. И, на мой взгляд, вот что здесь нужно делать в первую очередь, это, конечно же, работать с травмой, да, то есть вот, помочь вам прожить ваши чувства, которые у вас есть, вот, помочь вам разобраться в ваших чувствах, которые у вас сейчас есть, вот, выявить определенную проблематику, которая вот, ну, на основе вот этих переживаний у вас имеет место быть. Вот, и, соответственно, уже дальше с вот, ну, дальше уже с проблематикой этой как-то работать, как-то вот, вот взаимодействовать и корректировать. Вот. Что корректировать? Ну вот, в первую очередь, что корректировать, да? Я бы сказал, что в первую очередь корректировать можно вашу самооценку, вашу уверенность в себе. Вот, замечание своей собственной, так скажем, ценности, вот, которую, судя по всему, вы не очень хорошо видите, не очень хорошо чувствуете, ну, по крайней мере. Так это кажется, если читать ваш рассказ, если читать вашу историю, то выглядит все вот, вот, ну, таким именно образом, вот, что вы вот сравниваете себя с другой девушкой, как бы очень в данном случае, пожалуй, что сильно себя обесцениваете, очень, пожалуй, сильно себя сами гнобите. Вот. А дальше, значит, если вот это, наверное, сейчас немного прозвучит странно, но если вдруг по, ну, по какой-то причине у вас есть чувство вины, да, вот, то с чувством вины также нужно поработать, вот, потому что чувство вины мешает и мешает, в принципе, ну, достаточно много кому, вот, вы, скорее всего исключением из этого правила не являетесь. Вот. Соответственно, нужно поработать чувство вины. Ну и, пожалуй, что вот тяжелее всего признается, как правило, что тяжелее всего и что болезненнее всего, это то, что человек, который вот рядом с вами, да, условно говоря, рядом с вами, вот он не совсем
такой, каким вы его представляли, да? То есть, как бы, человек на самом деле немножко оказался другим, вот. И получается, что человек не оправдал ваши ожидания, ваши надежды, вот. А у вас, ну, условно говоря, с ним построен быт, да, у вас с ним построен какая-то жизнь, вот. И тут вдруг вот такой момент очень неприятный, вот. И, конечно, необходимо поработать с аспектом того, что вы от своего мужа, например, ожидали, вот, что вы о нем думали, и то, какой он на самом деле оказался. Не в контексте его, допустим, измены вам, да, следствия, вот, а, пожалуй, в контексте вообще самого человека, да? Вот, то есть в контексте именно вот как бы его, ну, может быть, его приоритетов, да, может быть, его желаний каких-то, которые вам, ну, вот, тяжело было принять и тяжело принимать. Вот. То есть, по большому счету, то, что случилось, связано с тем, что, ну, вы не очень внимательно отнеслись к тому, что между вами и вашим мужем происходило. Вот. Возможно, не очень внимательно отнеслись к нему самому, возможно, невнимательно отнеслись к себе, то вот тоже очень такой важный момент. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, не все так просто. Вот. Мне кажется, что здесь есть нюансы, на которые нужно обратить вам, ну, как минимум, да, свое внимание, вот, и с ними поработать, вот. А сейчас вам вот, на боль, это то, что вот, скрылись, точнее, те, может быть, недостатки ваши, вот, скрылись те, как бы, такие проблемы ваши, вот, которые вы, возможно, ну, и, в принципе, скорее всего, пытались скрывать. Вот, если вы что-то пытались скрыть, или пытались от этого убежать, вот, ну, вот, ситуация, она, вот, в какой-то степени, ну, показала, да, вот, что, вот, что проблема все равно существует. Ну, у вас, да, по крайней мере. Вот, и, соответственно, вам по-прежнему, например, может быть больно, и по-прежнему вы где-то вот своей, ну, жизнью, ну, можете быть недовольны, да, вот, как бы, вот, поэтому тут, конечно, вот на эти все вещи нужно обратить внимание,
но самое пристальное для того, чтобы с этими аспектами поработать. Вот. Обязательно поговорить с мужем, обязательно рассказать вот, своему мужу про, ну, про ваше, вот, так скажем, переживание, вот, про ваше эмоции, про ваше чувства, которые у вас вот, ну, которые у вас есть, вот, поговорить с ним и, значит, выделить для себя, чего вы сейчас вообще говоря хотите, вот. Ну, просто вот, постараться выделить. Чего вы хотите сейчас, что вам сейчас нужно, в чем сейчас нужда, нуждается. Вот. Это, на мой взгляд, очень-очень важно. Вот. Для чего это важно? Чтобы вы могли свои силы, чтобы вы могли свои ресурсы вот сейчас аккумулировать, вот, чтобы вы могли сейчас вот двигаться куда-то, чтобы вы могли ну, что-то вот изменить вот сейчас вам, вам тяжело, вот, сейчас вам, вам больно, вот, да, понятно, вот, но справиться с этим можно, справиться с этим, да, может быть, как бы, ну, не так легко, вот, но возможно, вот, это вот, вполне возможно сделать. Главное, чтобы вы поставили себе такую цель. Вот, вот. Не стоит сдерживать себя в эмоциях, которые у вас есть сейчас, вот, да, ну, я бы рекомендовал, да, там, по возможности говорить с своим супругом, да, то есть, ну, по возможности обсуждать вот то, что вас, ну, беспокоит, вот то, что вас волнует, вот, как-то вот, ну, выражать ему свои чувства. Вот, не держаться это вот в себе, вот, не держаться это в себе, да, вот, не держаться это, не копить, не скапливать, не накапливать это, вот, и, соответственно, это обязательно в будущем позволит вам сохранить ваши отношения, возможно, сделать их еще лучше. Вот. Ну и помощь психолога вам вне всякого сомнения сейчас необходима поддержка. Вот. Хотя бы прожить проживание того, что вас вот, ну, беспокоит сейчас, волнует сейчас и так далее. Вот. Какая-то такая история, какой-то вот такой ответ у меня к вам, у меня вам будет.
Надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.